Рост ВВП России в 2019 году составил 1,3%. Это видеоверсия сайта «Моя Москва онлайн». Прямо сейчас подробности. ТАСС со ссылкой на данные первой оценки Росстата и прогноз Минэкономразвития сообщает, что за прошлый год рост ВВП России составил 1,3%. По информации Росстата, в текущих ценах его объем за 2019 год составил 109 триллионов 362 миллиарда рублей. Отмечается, что материалы Росстата оказались немного ниже оценки Минэкономразвития. Последняя оценила рост экономики России в 1,4%. При этом за 2018 год рост ВВП в России оказался на уровне в 2,5%. На этом у меня все. Следите за новостями столицы не только на сайте mymsk.online. Всего доброго!